Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор силиконовой приманки от российского бренда Химера, модель Hitcher Shed. Данная приманка выпускается в одном размере 4 дюйма или 10 сантиметров. Весит приманка 5,1 грамма. Поставляется она в довольно-таки объемной упаковке. Пакет имеет zip-замок. Внутри приманки располагаются на подложке, вот такой вот пластиковой. Ну и как можно видеть, приманки лежат в отдельной ячейке. То есть каждая приманка имеет свой отдельный домик. Всего в пачке находится 6 приманок. Приманка — это виброхвост, имеет приманка прогонистое вытянутое тело, приманка достаточно узкая, на брюшке, как можно видеть, имеется вот такое вот рифление, то есть вот такие вот косые бороздки опоясывают брюшко. Сделано это для того, чтобы увеличить площадь приманки, ну и опять же, чтобы увеличить шумность ее. Приманка не имеет никакого пазика для офсетного крючка ни на спинке, ни на животике. Хвостовой стебель длинный, тонкий, пяточка вот такая вот овальная, средних размеров. Приманка имеет высокочастотную игру на проводке за счет мягкости силикона. Очень мягкий силикон. Приманка отлично работает даже на небольших весах. То есть, например, можно ловить, ну, если условия позволяют, на данный виброхвост с весами там 6-8 грамм. Приманка сделана из съедобного силикона. Оснащать данный виброхвост рекомендую или двойником, ну или, если условия не позволяют, то офсетным крючком. Проводить данный виброхвост рекомендую обычной стандартной ступенчатой проводкой, то есть 2-3 оборота пауза. Приманка отлично подойдет для ловли щуки, судака, достаточно крупного окуня. Большой плюс у виброхвоста Химера Hitcher Shed — это то, что он достаточно бюджетный. То есть пачка приманок, напомню, что пачки 6 виброхвостов, стоит чуть меньше 100 рублей. Что, согласитесь, очень хорошее предложение на рынке. Приманка при этом мягкая, съедобная, имеет великолепную игру. Отлично она работает и на реках, и на озерах. Советую обратить внимание на данный виброхвост. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!